Что может быть вкуснее, чем съесть настоящие, ароматные овощи в зимнее время? Этот рецепт как раз о том, как это можно воплотить в реальность. Всего лишь приготовьте икру из зеленых помидоров. Отличный рецепт о том, как приготовить вкуснейшую икру из зеленых помидоров на зиму. При приготовлении к зеленым помидорам можно добавить и красные, и розовые. Если нет возможности пропустить овощи через мясорубку, можете потереть их на крупной терке. Из приправ также можно использовать паприку, кориандр, базилик. Перед подачей на стол украсьте блюдо с икрой, порубленной зеленью. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Помидоры, перец, морковь и лук промойте под проточной водой, морковь и лук очистите от кожуры, нарежьте небольшими кубиками, перец очистите от семян и внутренностей, также разрежьте, помидоры просто порежьте, все овощи прокрутите через мясорубку. 2. Прокрученные овощи выложите в кастрюлю, добавьте растительное масло, соль, перец, овощи должны отдать свой сок, а масса стать достаточно жидкой. Если у вас получилась очень густая смесь, то можно добавить немного кипяченой воды. Варите овощи на маленьком огне примерно час-полтора. 3. Примерно за 15-20 минут добавьте сахар и уксус в овощную смесь. Банки, в которых предполагается дальнейшее хранение икры, необходимо заранее простерилизовать. 4. Разложите икру по банкам. Хорошо закройте крышкой, закатайте, переверните и укутайте в теплое одеяло до остывания, потом храните икру в холодильнике или погребе. Вкуснее тем, кто подпишется. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Зеленые помидоры 3 килограмма, сладкий перец 1 килограмм, морковь 1 килограмм, лук 0,5 килограмма, сахар 100 грамм, растительное масло 1 столовая ложка, уксус 4 столовые ложки, соль 1 чайная ложка, черный молотый перец 1 чайная ложка, количество порций 1. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.